Все ценное, прекрасное на земле создал умный, талантливый и трудолюбивый человек. Мечта мечтой, а когда мастер берется за дело, когда руки его умеют и знают сделать умно, точно, красиво, и это подороже всякой мечты. Η αγάπη είναι ακόμα δυνατή, δεν έσβησε μες στην ψυχή μου ακόμη. Μα εσάς δεν πρέπει να σας ανησυχεί. Δεν θέλω να σας προκαλέσω θλίψη. Я вас любил, любовь еще быть может, падущие мои угасла, не совсем. Студенты читают стихи Пушкина, читают стихи на своем родном языке и на русском, конечно же, потому что это праздник, прежде всего, современного русского литературного языка. Примерно 80 человек приняло участие в этой акции. Иностранные студенты у нас из арабских стран, это Египет, Ирак, Индия, Греция есть и Нигерия. Сегодня мы делаем здесь, отмечает Пушкинский день рождения. И что вы раздаете? Это стихотворение для людей. Можете прочитать? Не, я занят. Я вас люблю. Хоть я бешусь, хоть это труд и стыд напрасный, и в этой глупости несчастной у ваших ног я признаюсь. Пока иностранные студенты медицинского вуза раздают карманные версии стихотворения Александра Сергеевича Пушкина нашим горожанам, мы попробуем выяснить у них, вспомнят ли они что-нибудь наизусть. И сделать это мы решили недалеко от памятника Пушкину. Давайте с вами вместе вспомним какое-нибудь его стихотворение наизусть. Давайте я первую строчку, а вы продолжаете. Лукоморье. Дуб зеленый. Золотая цепь висит на нем. Я к вам пишу. Я к вам пишу, чего же более? Что я могу теперь сказать? Теперь я знаю вашей воли меня презрением наказать. Сможете нам рассказать что-нибудь? Ничего не могу сказать. Буря мглою. Небо кроет вихри снежные, крутя. То, как зверя называют, то заплачет, как дитя. Я памятник себе воздвигну рукотворный, к нему не зарастет народная молва. Ну, пожалуй, это все.